Добрый вечер. Раз уж все, да, я буду нарушать тоже регламент. Нарушать я буду следующим образом. Дело в том, что мои тексты в последнее время, они все как какие-то длинные, значит, чересчур. И какой бы текст я ни выбрал чужой, да, он как-то оказывается сильно короче, получается как-то неловко, дурацкая асимметрия. Поэтому свой текст я буду читать один, значит, вот сейчас вначале он загрузится, а чужих текстов я буду читать два. Не загружается сейчас, да. Значит, этот текст, я свой сначала буду читать, он написан поверх какой-то песенки, спетой совершенно самодеятельной группы, там, из 3-16-летних девушек, которые я услышал на YouTube. Называется «Чтение Полимпсест». В стрёмных тёлках море позитива. Море, чьи немые вершины шумят, чей темный стрельчатый лес строится, рушится, восстает, опадает. Со стрёмной тёлкой, конечно, стрёмно. Я не познакомить со своими друзьями. Обнимемся, друзья, на пороге невиданного разрушения мира, у дверей неизвестности, перед тем, как перейти линию Мажино, перешагнуть высокий порог фельдмаршала М. Девушки в столице всегда прекрасны, рядом с ними такие же мужчины. А девушки гуляют по набережной, за ручку, на них белые короткие платья. И если случайно они разнимают руки, то немедленно исчезают, без хлопка или дыма. А мальчики провожают их в пустоту, недоуменными взглядами. Стремным телкам живется плохо, внутренний мир у них крайне тесен. Не притянуть руки кому другому. Не потянуться, не расправить лежалое простое тело тем, кто свернулся и лежит внутри своей сердечной клетки, на набережную не выйти и не увидеть море, чьи вершины. Стремная тёлка с каждым ляжет за цветок из клумбы и баночку пива. Поклонимся цветам посреди городских площадей и сожмем в онемевших руках эти банки, бутылки, обрывки. Эти игрушечные автоматы. Вспомним, как наши ребята высаживались на эту береговую линию, неприступную, превращенную в укрепрайон, как бросались на пулеметные гнезда. Новая волна, луна, луна, новая волна, луна, луна. И море, чьи немые вершины, и линии Маннергейма, и белые платья, и тесная клетка сердца, и пулеметные гнезда, и чьи вершины, и не протянуть руки, и люди в темные времена, и девушки в столице, и банальность зла, и стрёмные тёлки, и ситуация человека, и крайне тесен, и птенцы из гнезда, и бывают опасны, и бесконечное море, и темные стрелки по периметру, и наступающие войска, и невиданное разрушение нашего мира. И море позитива, и стрёмные тёлки. Какие прекрасные, какие стрёмные тёлки. И два чужих стихотворения. Первое из них... Все-таки так. Первое из них — это стихотворение Полины Борсковой из ее новой книги. Она называется «Первое утро». Пьер Абеляр с разможенными яйцами лежит на полу. Его тело несколько дряблое, бледное, точит смолу. Его собака, его не защитившая, кричит от стыда в углу. Рассвет перед его жилищем рассыпается, расступается, тревогой, нечистым дыханием, как больной. Теософ выдыхает себя, говорит своему непригодному телу: «Пошли со мной, теперь ты мне не будешь служить как хозяин, но будешь служить как слуга. И все в тебе станет мне понятно, ушная сера, слюна, утренняя горечь, вечерняя горечь, внезапная резь, озноб. Теперь я брат тебе, мое безобразное тело, теперь не раб. Я был рад тебе слишком долго. Схоластик, сумерек, судорог. С логики ее искаженного лица, придавленного моей невидящей рукой в простыни за самый миг до конца. Потом лицо ее распрямлялось, как у лялечки, как у мертвого. В соплях, в слезах благодарности, благородной воне простейшей нашей игры я сидел над ней, смеялся, какая красная кровь течет из черной дыры. Теперь все будет другое. Я высохну, как земля перед первым заморозком, как легкая саранча. Тело станет тем, чем должно быть тело, сомнение, перхоть, моча. Бог станет то, что должно быть Богом. Окрик, подай дневник.
Усталость, мертвые кошки по сторонам дороги и первый снег. Затем предложения в ее письмах станут короче, зато те с ней станут метафоры воплощения. Каждое утро я буду с ней бороться в коротком сне, как ангел с Иаковом, и просыпаться с криком «Где ты? Где ты? Где ты?» Но руки мои уже будут сухи, и губы совсем пусты. И второй текст «Чужой» — это текст Ильи Кукулина, который большинству присутствующих, если известен, то в качестве, то есть, скорее, специалиста по современной русской поэзии, нежели, собственно, поэта, однако, тем не менее. Можете смеяться, но Николая Ивановича Бухарина особенно жалко. Он был по-человечески очень симпатичным, что называется, просто хороший мужик. Но по объективным показателям настоящий вурдалак, как и все они. В Стокгольме в 1916-м он жил под отдельным документом на имя Мойши Долголевского. Его вдова Анна Ларина, совершившая подвиг любви, а в перестройку воспетая как хранительница связи с ленинскими традициями, вспоминала в Стокгольме, он стучался к ее отцу Юрию Ларину, он же Ихим Михаил Лурье, всю жизнь ходил с трудом, совершил побег из ссылки, вынесенной товарищами в корзине для белья. Стучался «Откройте! Мойши Абы Пинхус Долголевский пришел!» Мысль об остановке времени вызывает у меня ужас. Но лично для Бухарина я остановил бы его во всем мире в этот момент. 1916 год. Все еще живы. Еще нет ни революции, ни слов Бухарина и Пятакова о том, что расстрелы и трудовая повинность способствуют формовке нового человечества. Ни отчаянных писем Сталина из тюрьмы, в которых Бухарин сравнивает себя с Исааком, а Сталина с Авраамом, и в ужасе пишет, что не видит ангела за кустом, что готов сказать на суде все, что прикажут ради торжества революции. Только дайте увидеть жену и сына, я скажу им, что ни в чем не виноват. Время останавливается. В лучшей в его жизни точке. Лошадь, запряженная в конку, застыла с поднятой передней ногой. Здоровающиеся друг с другом шведы с цилиндрами на отлете, в реющем над водой Стокгольме, в городе на 17 островах, молодой веселый мужик колотит в дверь своего будущего тестя и орет на всю Ивановскую: «Откройте! Мойши Абы Пинхус Долголевский пришел». Спасибо.